Мать мальчика, которого спасла сотрудница Росгвардии, рассказала, что на самом деле случилось в тот день. Женщина хочет, чтобы спасительница ее сына стала его крестной. Вот тетя Наташа, которая тебя спасла, сыночка мой. Вот твоя спасительница. Подожди, вот твоя мамочка вторая. На этих кадрах Елена Юртеева обнимает своего 8-летнего сына, который чуть не погиб, и женщину, что его спасла. В день, который едва не стал трагедией, женщина была на работе, а сын отправился к реке, чтобы покормить хлебом уток, но не удержался и упал в воду. Я никого не увидел, ни сестру, ни брата и ни маму. Ты думал, что умрешь? Да. Наталья Голубенко, сотрудница Росгвардии, в тот день ехала мимо на машине. Вдруг увидела мальчика. Из воды торчала только голова. Женщина, не раздумывая, бросила автомобиль и нырнула на выручку к школьнику. Периодически из воды появлялись руки и голова. Просто всплески были. Я поняла, что не купаться полез, потому что он был в одежде. Страшно. Жизнь такая хрупкая, надо так любить и беречь друг друга, особенно детей. Ну, я чувствую как свою вину, что я его с собой на работу взяла. Мать мальчика теперь просит вручить спасительнице звание Героя России, а также женщина собирается крестить сына и хочет, чтобы Наталья Голубенко стала крестной мамой.